Привет, автолюбителям! Меня зовут Дмитрий, вы на канале ProgAuto, и это наша постоянная рубрика «Решение Simply Clever». Сегодня я вам расскажу о полке багажного отделения, а именно о том, куда ее спрятать, если вы хотите разместить в багажнике крупногабаритный груз. У меня есть небольшие подарки для моих друзей. Как же их вместить в багажнике Skoda Fabia? Как видите, в данном случае полочка мешает нам закрыть багажник и полностью разместить подарки внутри багажника. Конечно, мы можем оставить друга без подарка. Но у Skoda есть гениальное решение. Можно снять полочку и спрятать ее за задними спинками сидений. Оп. Готово? Ну и это еще не все. Я покажу вам еще одну полезную возможность этой полочки. С помощью полочки багажного отделения мы можем разделить сам багажник на две половинки и использовать их для разных вещей. К примеру, нижнюю для вещей тещи, а верхнюю для вещей жены. Примерно таким же образом устроены полочки и в других моделях семейства Skoda. Например, Skoda Octavia. Те же самые петли крепления. И также поддеваем снизу с двух сторон. Skoda Spaceback. Все тоже. Верхние петельки. Нижнее крепление. Немножко на себя и вниз. Skoda Rapid. Думаете, что-то изменилось? Нет. Все то же самое. Skoda Simply Clever. Все гениальное просто. Верхние петельки. Опускаем. Еще одна Skoda Fabia. Видимо, кто-то для меня тут полочку сложил. Работаем дальше. Подписывайтесь на наш канал и узнайте много интересного об автомобилях Skoda. Приезжайте к нам в автоцентр Прага Авто на Кольцевой. Увидите все своими глазами.